И роботов сами собирали? Да. Ну и что, получается у них собирать мусор-то? Да. Робот-сортировщик мусора – детище кружка робототехники при Свято-Георгиевской гимназии. В частной школе с православным уклоном отнюдь не чужды высокотехнологичные знания. Разработки гимназисты продемонстрировали главе округа. Она посетила учреждение в ходе рабочей поездки. Всего здесь обучается порядка 150 ребят по программе основного общего образования. 22 учащихся – призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады. Олимпиады школьников. Трое ребят прошли и на региональный. Здесь же, в гимназии, посвящают себя творчеству подопечные Центра духовной культуры. В тесноте, да не в обиде, говорят гимназии, но расширить возможности не помешает. Понимаю, какой потенциал есть и у педагогического коллектива, и что детей, если раньше классы были по 8, по 9 человек, то сейчас там уже классы такие полноценные, вот и 24 человека есть, и 28. И мы в том числе параллельно решаем вопрос предоставления дополнительных помещений нашему Центру духовной культуры. Рабочая поездка продолжилась в Знаменском Губайлово. Глава округа проверила, как проходит реставрация жемчужины усадьбы, главного дома. К работам на объекте культурного наследия привлечен сертифицированный подрядчик. Все работы ремонтные, восстановительные, все проходят при специализированном архитектурном надзоре. Специалисты лицензированы, смотрят, чтобы все работы проводились в строгом соответствии с требованиями. Я надеюсь, что, ну, во всяком случае, культура проведения работы подрядчиков высокая и очень аккуратно и бережно относятся и проводят все работы. Усадьба все-таки очень часто перестраивалась, и уже и в советские времена она перестраивалась. Поэтому наша была главная задача найти именно и восстановить тот исторический облик на 19 век, который тогда присутствовал здесь. Демонтируется штукатурка, лепные элементы восстанавливаются частично, частично где-то тянутся. То есть полная замена, соответственно, входной группы тоже. Полы меняются, перекрытия в процессе тоже были, менялись. Где-то на деревянные, где-то на смешанные металлические по деревянным накатам. Белокаменная лестница, величественные интерьеры, комнаты с эркерами и паркет. Планируется, что уже в мае красногорцы могут узреть результаты реставрации. Подрядчик обещает оправдать ожидания ценителей архитектуры.